18 сентября. Мы в Южном Полевском. Как видите, у нас золотая осень. Прекрасная погода, безветренная. Чистое голубое небо. И обещают теплее, чем 20 градусов сегодня. Мы решили ехать на рыбалку. Пусть будет завершение сезона рыбалки 2023. Заехали в Пятерочку купить огурчиков, помидорчиков на салатик. На рыбалке, да без салатика. Это не гоже. Но вот он, Иткуль. Вот оно, священное озеро. Не Байкал, а Иткуль. Приехали. Лодок в акватории много. Раз, два, три, четыре, пять. Вижу сразу. Рыбачим. Иткуль сегодня очень красивый. Волны никакой. Клев есть. Окуньки так теребят помаленьку. Штук 5-6 поймали. Там впереди Даутово. Деревня. Это Иткуль. Деревня. Здесь рыбак в лодке. Там вот наша стоянка в этом направлении. Рыбачим на забортные удочки. Была небольшая вспышка клёва. Успели поймать 7-8 приличных рыбешек. Ну а сейчас все затихло. Время обеденное. Надо ехать на берег. Рыбалка рыбалкой. А обед по расписанию. Начинаем с овощей. Дальше будет горячее блюдо. А озеро по-прежнему на месте. Тут у нас ребята из Тюмени присоседились с кемпером. Наверное, с ночевой будут. Друзья, посмотрите, какое чудо природы. На 2 квадратных метрах растет 6 берез, которые в обхвате по метру. Дерево лес. В основании повидавшие виды, стволы какие-то подсоканные. Кто-то их погрыз, подолбил. Там мужчина с женщиной, пенсионеры на автомобиле Рено, отдыхают после рыбалки. Тоже
на резиновой лодке пришли к берегу, отдыхают, пьют чай. Сегодня понедельник, рабочий день, так что здесь, видимо, одни пенсионеры. Все создано только для нас. Тучка.